Всем привет и здравствуйте, сегодня у нас Айв с композицией Summerfest. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, если хотите, можете поддоначивать. Мне за этот ролик ничего не платили, это к тому, что я знаю, что тут будет рекламный контент одного из напитков. Пейте любые напитки, которые вы только хотите, я крайне рекомендую вам в такую жару пить обычную воду. И мы начинаем. Мне очень нравится, что такая плотная бочка, солнце, пляж и песок, ну, естественно, что же еще засунуть в рекламу. И дополнительно хочу отметить, что барабаны такие слегка вот под винтаж, как это правильно сказать, такие немножко хрустящие, немножко порезанные по верхам. В общем, лоу-фай, вспомнил термин, немножко лоу-файные, ударные, совсем чуть-чуть. Очень нравится, что появилась гитара, что бас так немножко отрывисто играет, в общем, со вкусом. В целом, припев звучит красиво, да и девушки все лучше с каждым разом. Но у меня такое чувство, будто я этот клип уже видел. И не потому, что я его мог видеть и забыл. Нет, потому что, мне кажется, это уже третья или четвертая реклама данного бренда, которую мы смотрим в рамках реакции. Я просто вот думаю, сразу озвучу то, что я хотел сказать в конце. Мне интересно, девушек там не попытались съесть вместе со всем и распять за то, что они сделали рекламу, потому что сейчас фанаты все, ну не все, ладно, есть просто такая прослойка нервных людей, которые считают, что если артисты сделали рекламу, то это все, это предательство и так далее, а кушать что? В общем-то так, мысли вслух, двигаемся дальше. И опять же, не докопаться. Хочется сказать, что летнее звучание, я так и скажу, кто-то в комментариях под одним из роликов сходил с ума и говорил, что значит летнее, что значит не летнее, ну, надо подумать головой, летнее — это то, что хочется слушать летом. Я не думаю, что вам летом хочется слушать песни про Рождество, холодную зиму и просиживание штанов дома, потому что на улице минус 50. Вот, что означает летняя музыка. Музыка, которую хочется слушать летом. Я отвечаю на вопросы, которые были заданы много роликов назад, в ролике, которые вообще не посмотрят, скорее всего, те, кто его задавал. Ну да ладно. Heart out, baby, you can take your heart out.
Но инструментал шикарный, то есть как работает ритм-секция, включая бас, это просто мое почтение. Ну и девушки, опять же, очень мягко, аккуратно, красиво поют, и сами они, еще раз подчеркну, красиво. Это, возможно, из-за того, что у меня жара плюс 33, я уже начинаю по кругу все повторять, может, я уже тепловой удар словил, вот. Поэтому, если вам кажется, что в некоторых роликах, в последних, которые вот сейчас выходят, я говорил много раз одно и то же, возможно, это из-за того, что у меня уже 34 градуса в комнате. Вот, смотрим дальше. Но учитывая, что вашему ведущему ничего не платили, он не скажет про бренд ровным словом ничего. Пейте любые напитки абсолютно от любых компаний, которые вам нравятся. Хочу сказать про саму песню, что вот это... Вот этот момент, я его, конечно, сейчас повторил абы как, но вы поняли про какой. Он прям прекрасен. Я думаю, песню буду переслушивать... Хотя, опять же, учитывая, что тут реклама бренда, не знаю, ничего не скажу, буду я переслушать ее или нет, но сделана она отлично. По крайней мере, много различных слоев инструментов, никто никому не мешает, все плотненько, но при этом открыто. И еще был момент в клипе, когда там начали фейерверки вот стрелять, я так понял, все это в павильон, то есть маловероятно, что это все настоящее, особенно в момент, когда они на лодке плыли. То есть они построили павильон, и вот мне интересно, если там пальмы или что-то было из синтетики, там не начался ли пожар? Ну, вроде бы нет. Как обычно, это остается все где-то там. В любом случае, список бустеров, спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищи, друзья, друзья, интимы, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что, пока температура до 35 градусов не поднялась. В общем, будем дальше с вами работать, сотрудничать. Бусти, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, и если хотите преисполниться чем бы там ни было, посмотреть дополнительный контент, помочь мне и каналам и так далее. MP Reviews — это канал с кей-поп новостями, рекомендую, тоже его введу. MP Entertainment — музыка, телеграм-канал «Хаплокация», по-прежнему Максим, я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока.